Всем привет, на связи Мабу, и я очень часто получаю вопрос в комментариях. Ну, в принципе, на этот вопрос я отвечал когда-то в своем видео в прошлом году. И вопрос, собственно, звучит так примерно, его по-разному формулируют, но звучит так. Где брать идеи для мобильного приложения в плане дизайна? То есть, где посмотреть самый лучший опыт создания UI-интерфейса, то есть, как размещать кнопки. Ну, имеется в виду, где брать идею по дизайну вообще. Потому что дизайн, по факту, это 80% это аналитика. То есть нам нужно брать какие-то идеи для нашего мобильного приложения и реализовывать их. То есть нужно искать очень удачный опыт. Я для поиска идей использую в основном два сервиса. Это Instagram и Pinterest. Ну, еще есть Behance. В общем, я сегодня покажу, как искать идеи. Я, конечно, в большей степени пользуюсь Инстаграмом, но, тем не менее, я все вам продемонстрирую. Итак, начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе. Оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видеоформате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. И вот я перешел в Instagram, и, допустим, вы в поиске в Instagram, мы вводим, допустим, UI Android, просто в поиск. И ждем. И вот у нас выходит несколько предложений, скажем так. Ну вот первое UI, я открою в новой вкладке. Ну, это что-то такое будет, не очень, мне кажется. Давайте несколько вариантов пооткрываю я. То есть, тут просто методом поиска нужно найти тот аккаунт, да, Инстаграма, который будет вам как бы полезен и чья идея вам будет нравиться. Ну вот, достаточно я пооткрывал тут. Вот, находим первый, да. Вариант. И тут смотрим публикации. Смотрим, смотрим. Это то, что нам надо. Ну, не очень, на самом деле. Ну, тут что-то более интересное. Да, вот. Вариант, допустим, да. Вот, что это такое? Это вот, типа, как верстка товаров, да, можно Recycler View сделать. Это вот презентация самого товара, можно сделать вот такой выбор размеров, да. Очень интересно. Ну, в общем, вы начинаете вот так вот просматривать. Можете, кстати говоря, если хотите, сохранить себе. Я, конечно, точно... Ну, можете либо поделиться. Я просто... Можно... Сейчас я, честно говоря, не помню. Можете сделать принтскрин и сохранить себе. Потом обработать эту фотографию и создать себе некую доску с лучшими примерами работы. Если интересно, как создаются доски с лучшим опытом, для того, чтобы вы в любой момент могли открыть и посмотреть, допустим, как создать доску под категориями, для того, чтобы вы в любой момент могли открыть и посмотреть лучшие работы и понять, что вам использовать, то напишите мне, я сделаю такое видео. Ну и, собственно, вот вы ищете, смотрите, что вам здесь нравится. Ну, это, собственно, ну, вообще, советую, если что-то сильно понравится, какой-то аккаунт, то подписаться. Так проще будет потом искать. Далее. Вот еще один вариант. Тут мы у нас видим даже верстку презентации фильма можно посмотреть. То есть, вот в таком темпе вам нужно все это искать. Вот тут даже можно посмотреть, как приложение делается по доставке еды и формировать по категориям. Там в одной папочке вы должны сделать там
карточки, в другой папочке какие-нибудь нижние навигационные панели, в третьей кампочке, папочки Recycler View, примеры успешные. То есть вы должны, для того чтобы понимать, что использовать, вы должны в совершенстве владеть библиотекой Material Design. Этой библиотеке я обучаю на второй и третьей неделе на курсе. Да, то есть вот смотрите, как прикольно презентация сделана, да. Это больше относится к подготовке к Motion дизайну, но тоже в целом можно посмотреть, очень удачный опыт. Вот, ну и суть следующая, вам нужно просто лазить это все и искать, и смотреть. Тут тоже, видите, вот даже я помню вот этот пример презентации, да, тут также карточки сделаны. И можно смотреть и искать. Кстати, где-то попадаются и видео презентации, поэтому наблюдайте за этим. Также на таких контактах, на таких, скажем, аккаунтах можно найти для сайта какие-то. Ну вот это вообще ни о чем на самом деле. Аккаунт. Тоже ни о чем. Мало. Тоже ни о чем. Тоже ни о чем. И тоже ни о чем. Ну и вот так вот вы должны, опять же. Ну, вы можете задать там UI Android, да? Давайте что-нибудь еще поищем. Интересненького. Вот, Android Designer. Давайте посмотрим, что... Но опять же, вам нужно посерфить, посмотреть, потому что видите, сколько не очень качественного контента. Нужно полазить, посмотреть. Дальше есть сервис Pinterest. Вот. UI Android. И смотрите, тут вот приложение разложено вообще. И тут вот, что классно здесь по кейсам. То есть здесь приложение разложено, и можно здесь его посмотреть, как оно разложено, именно все приложение на экран, и какая верстка здесь, да. Вот мне Pinterest, кстати говоря, я очень часто Инстаграмом пользуюсь, но в Pinterest прямо прикольно все это представлено. Вот Mobile Design, тут даже есть эти подсказочки вам, чипы, по которым можете искать различные варианты. Ну вот, допустим, понравился, вы можете сохранить к себе, а потом это сохраняете к себе в библиотеку. Допустим, этот сохранили мы, да, этот сохранили вариант, нам нравится, и этот. Так, далее вот тут у вас есть ссылка на ваш аккаунт, да, вот аккаунт, допустим, переходим, да, и тут вот у меня уже, кстати, что-то тут есть сохраненные, да, мои, допустим, открываем. Вот, и понравилась вам вот эта, да, презентация, вы хотите ее сохранить себе, правая кнопка мыши, сохранить изображение как. Ну и сохраняете. Там потом я иду в загрузочки, потом я иду в загрузки вот сюда. И вот у меня хочется. И вот открываете и сформируете себе доску. И опять же, я говорю, если хотите, пока что ты показал пример, как формируется, как сделать доску с лучшими работами, то напишите, я постараюсь сделать такое видео. Кроме того, мы можем использовать что для, скажем так, для вдохновения. Behance. Вот, это площадка для дизайнера. Также, но все-таки давайте я вот по поводу Инстаграма я хочу... UI Mobile, давайте тогда вот так. Mobile App. Вот, наверное, здесь что-то будет хорошее. Ну, мало, 19 постов, но что-то есть здесь. В общем, вам нужно так посмотреть, поискать. Ну, кстати, вот прикольный вот такой дизайн, когда волнистые линии делаются вот так вот. Интересно, такие кастомные решения. В общем, так здесь вот это вот все и устроено. Итак, давайте подведем итог и поймем, как нам изыскать какие-то интересные. Вот мы хотим сделать мобильное приложение, у нас есть задумка сделать, допустим, для интернет-магазина, как-то мы хотим как-то оригинально сделать карточку с товаром, но мы точно не можем понять, что мы по дизайну хотим. Просто берете, открываете Instagram, открываете Pinterest, открываете Behance и смотрите, какие варианты есть. Ну, вы уже должны быть подписаны на какие-то группы, на какие-то, скажем так, аккаунты, которые постят лучшие варианты дизайна. Потом зайдите на, не знаю, на топ
приложение для, допустим, для интернет-магазина на тот же LaModa и вот топ-магазины, которые имеют свои мобильные приложения, и посмотрите, как у них карточки сделаны. Ведь самый лучший опыт у самых крупных компаний. Затем вы можете просто загуглить, допустим, топ UI design for mobile app. Топ 20 iApp UI дизайнинг. Ну вот суть в том, что, кстати, тут смотрите, тут в видеоформате еще сделано. Вы должны искать лучшие примеры, смотреть, как тут все это сделано. И просто выбирать лучшие варианты. Собственно, тут вас не научат ничему такому особенному. Ну, нечем учить чему-то такому особенному. Тут нужно знать, где искать, анализировать и выбирать лучшие для себя решения. По поводу, тут нужно еще немножко разбираться в цвете. Всегда используйте подход трех-двух цветов. То есть один цвет для фона, второй цвет для текста и основной цвет, третий цвет для каких-то выделений. То есть цвета, которые хорошо сочетаются. Белый, синий, белый, красный, черный с желтым или черный с оранжевым. Ну, естественно, классика белый, черный, белый, зеленый. И вот такие цвета. И еще есть такой подход, когда вы выбираете два цвета, которые очень похожи, но немножко различаются. Например, белый, молочный и черный, да, то есть черный шрифт, белый фон и молочный такой цвет, близкий к белому, но отличающийся, который вы можете ставить на фон каких-нибудь карточек или фон кнопок. То есть два цвета, которые один из них фон, а второй для выделения, они близкие, допустим, черный и темно-серый. Они близкие, но все-таки различаются, и вы там еще можете с тенью поиграться. То есть тут нужно разбираться в плане цвета, какие цвета использовать, и знать, понимать, где какой дизайн вы можете найти. Собственно, это и все, что можно рассказать про дизайн, о том, как его искать. В общем, как-то так устроен именно поиск дизайна, потому что тут все просто. Берете, открываете, ищете. Ничего нового я вам здесь не скажу, просто немножко рассказал еще про цвета. А на сегодня у меня все. С вами был Мабу. Всем пока.